Здравствуйте! Время новостей на телеканале «Культура». В студии Екатерина Покрас. Коротко о некоторых темах. Кинооператоры под прицелом камер. В столице вручают единственную в нашей стране премию киноизобразительного искусства. Королевство любви от Джей Джея Валайи. Махараджа индийской высокой моды продемонстрировал в Нью-Дели свою новую коллекцию. Да здравствуют музы. Новый музыкальный проект, посвященный Пушкину, представили известный бард Олег Митяев, композитор Давид Тухманов и актер Вениамин Смехов. Он был душой и сердцем Академии хорового искусства. Памяти Виктора Попова, первого ректора, посвятил выступление хор Академии. За дирижерским пультом Владимир Спиваков. В памяти Виктора Сергеевича Попова был посвящен концерт в столичной консерватории. Известный дирижер, без малого два десятилетия возглавлявший Академию хорового искусства имени Свешникова, ушел из жизни в июле прошлого года. В память о нем звучало всеночное бдение Сергея Рахманинова. Репортаж Михаила Родина. Даже сейчас в Великий пост услышать всеночное бдение Рахманинова на службе от начала до конца можно не так часто. Взяться за произведение, считающееся одной из вершин русской духовной музыки, под силу далеко не каждому церковному хору. Удивительно еще то, что он взял 9 песнопений церковных оригинальных, а 6 создал сам. И отличить никто не может, если не знать песнопения обихода. В качестве дирижера хора Владимир Спиваков выступает крайне редко. И для маэстро это возможность исполнить одно из самых любимых своих произведений. Во всеночном бдении весь Рахманинов, говорит он. Начиная от детства, когда он со своей бабушкой ходил в церковь, и кончая последними его днями, когда он хотел, чтобы 5-й номер, ныне отпущающий раба твоего, владыка, чтобы этот именно номер был исполнен на его похоронах. Когда Спиваков впервые исполнял всеночную год назад, Виктор Попов был еще жив. Последние 10 лет руководителя Национального филармонического оркестра и создателя Академии хорового искусства связывало тесное сотрудничество. Фактически их коллективы стали одним целым. Они объединяются каждый раз, когда необходимо совместное исполнение хора и оркестра. Ну, во-первых, мы очень дружили с Виктором Сергеевичем Поповым. И действительно много совместных проектов у нас было. И в России мы выступали, и за границей много выступали. И труднейшие сочинения поднимали. Готовясь к этому концерту, Владимир Спиваков обратил внимание, что перед ним фактически новый коллектив. Для хора учебного заведения постоянная ротация кадров – это естественный процесс. Приток молодежи – это то, к чему всегда стремился и Спиваков в своем оркестре. Стремление к обновлению – это одна из черт, которая всегда роднила их с Виктором Поповым. Михаил Родин, Александр Кубасов, служба информации телеканала «Культура». Премия «Белый квадрат» – единственная премия в России, которая награждает операторов, работающих в полнометражном кино. Сегодня она вручается в Москве 6-й раз. Среди претендентов – Юрий Клименко, Сергей Мочильский, Олег Лукичев. Уже известен лауреат в номинации «За вклад в операторское искусство». Это Дмитрий Долинин, снявший фильмы «Республика Шкит», «В огне брода нет», «Фантазии Фарятьева». Подробности у Андрея Протасова. В этот раз, кроме самой премии, есть и другие поводы для встречи. 20 лет гильдии кинооператоров и 100 лет со дня рождения мэтра Сергея Русевского. После его картины «Летят журавли», по признанию коллег, отечественный кинематограф изменился навсегда. Жюри фестиваля, как и в прошлые годы, формировалось в строгой пропорциональности. 3 оператора, режиссер, художник, кинокритик и, как говорят операторы, человек со стороны. В этом году это кинотехник. Надо отмечать лучшие работы, надо помогать операторам какую-то создавать атмосферу соревновательности, кроме всего прочего. Любая премия, и наша в том числе, или субъективная, немножко грешит теми вещами, что все-таки выходит 70 фильмов, а смотрят голосующие, там, в лучшем случае, там, ну, основное число смотрит фильмов 20. В результате за последние 2 года новых имен среди номинантов практически не было. Чтобы исправить эту ошибку, в следующем году принцип отбора картин может измениться. Из 120
15 членов операторской гильдии выберут 12. 6 мастеров и 6 молодых кинооператоров. Посмотрев представленные на конкурс картины, на суд всего операторского цеха они предложат порядка 20, из которых и выберут пятерку сильнейших. Была идея ввести и новую номинацию за лучший творческий союз, но в нашем кино такого не оказалось. Когда получают за творческий союз Ингмар Бергман и Свен Нюквист, Иштван Саба и Лайонель Колтей, этот союз определен десятилетиями и множеством картин. У нас, к великому моему огорчению, творческие союзы практически отсутствуют. Пока мы не хотим сильно расширять, потому что все-таки премия хороша тем, что она вот вручает один главный приз. За все годы существования премии ввели лишь одну дополнительную номинацию – операторское признание. В прошлом году признавались в любви цветокорректору Бажене Масленниковой. Имя счастливчика предстоящей церемонии пока держится в тайне. Наверное, это область кинотехники. Вот. Я объявил о том, что эта премия не будет ежегодной, но кандидатуры скопились, поэтому в этом году эта премия будет вручена вторично. Впервые идея провести фестиваль киноизобразительного искусства появилась в 1989 году. Тогда в нем участвовали не только операторы, но и художники. Для создания первого кинозрелища понадобился один человек, человек с киноаппаратом. Потом киноаппарат оброс людьми другой профессии. Кто-то начал говорить мотор, стоп, кто-то еще, так сказать, хлопушку. Вот. Но без оператора кино не бывает. Но, как правило, без режиссера это не получается. Кто за главного на площадке, спорят на протяжении всего киновека. «Белый квадрат» — это перспектива, возможность разглядеть всю композицию целиком, не упустив самого важного. В этом символе и заключается главная цель премии — вовремя увидеть, оценить и поддержать талантливое кино. Андрей Протасов, Илья Фомин, Максим Ашихмин, служба информации телеканала «Культура». Новый сезон в Парижской Гранд-Опера пройдет под знаком русского балета. В афише около полутора сотен постановок русских хореографов. Среди них балеты Рудольфа Нуреева, «Щелкунчик» и «Баядерка», «Драгоценности» Джорджа Баланчина, «Петрушка» Михаила Фокина и «Полуденный отдых Фавна» Вацлава Нижинского. Другие сообщения с карты мира в обзоре Марии Крицкой. Джеймс Гандольфини возвращается на Бродвей, где когда-то начиналась его актерская карьера. В театре Бернарда Джейкобса премьера «Бог Карнажа» – спектакль по пьесе французского драматурга Ясмина Реза. Вместе с Гандольфини на сцену вышли Джефф Дэниелс, Хоуп Дэвис и обладательница Оскара Марша Гей Харден. Это очень энергичный спектакль, и работать над ним с самого начала было невероятно весело. В то же время сюжет очень драматичен. Одна неловкость в общении обнаруживает всю злую натуру героя. Но чем он злее, тем смешнее это выглядит. Слово «карнаж» в переводе с французского значит «кровавая бойня». «Бог карнажа» – история из жизни двух благополучных семейных пар. Люди проповедовали либеральные ценности, но вступили в конфликт, как только в школе подрались их сыновья. Француженка иранского происхождения Ясмина Реза написала пьесу в 2006-м. Два года спустя ее поставили в лондонском Вест-Энде. Недавно спектакль был удостоен премии Лоуренса Оливье в категории «Лучшая новая комедия». Теперь «Бог карнажа» завоевывает Бродвей. Зима прикоснулась к столице Индии. Три дня недели моды в Нью-Дели минули как легкий снегопад. Здесь представили коллекции «Осень-зима-2009» лучшие дизайнеры. Закрывал серию показов знаменитый Джей Джей Валайя, которого именуют «Махараджи от кутюр». Он создал на подиуме «Королевство любви», так называется его новая коллекция. На пути от тьмы к свету три остановки. Черно-белая гамма Валайи – символ зарождения чувств. Когда они расцветают, добавляются оттенки красного. А когда любовь бьет ключом, жизнь взрывается яркими красками. Изобилие атласа, россыпи бисера и глубокие цвета. Так Валайя представляет королевство любви. Оно и поставило точку в индийской неделе моды. Мария Крицкая, Игорь Рябцев, служба информации телеканала «Культура». Воздвигая себе нерукотворный памятник, Александр Сергеевич Пушкин едва ли предполагал, что со временем его поэзию будут постигать посредством музыки. Хотя первые романсы на стихи Пушкина зазвучали еще при его жизни. В 21 веке бард Олег Митяев, композитор Давид Тухманов и актер Вениамин Смехов решили создать современный музыкальный образ пушкинской поэзии. Что из этого получилось, в репортаже Елены Казанцевой. Для канала «Культура» еще раз запусти.
приятно, хотя музыкальное сопровождение и фонограмма, зато голоса живые и эмоции горячие. Трое смелых посягнули на наше все и сделали свое признание Пушкину. Правда, признавались в любви преданные бескрайне долго. Вначале Олег Митяев решил, что это как-то странно. Читая Пушкина, он как будто его и не читал. Меня долго это никак не пробивало, и в конце концов я влюбился и сейчас с удовольствием читаю, продолжаю читать. Очень хорошо. Но хорошо не получилось бы, если б Митяев решил, что справится со всем грузом ответственности за музыкальное прочтение классика в одиночку. Митяев решил разделить эту самую ответственность с Вениамином Смеховым, известным своей любовью к чтению, и про себя, и вслух, со сцены. Олег подзаводил меня практически 3 года. Может быть, потому что ему и мне не хватало третьего. В России все лучшее делается на троих. Третьего Давида Тухманова уговаривали присоединиться к компании еще дольше, поскольку его миссия была невыполнима почти. Современно-музыкально рассказать о бессмертном. Я применил какую-то определенную технику и очень, так сказать, изощренную в своем, так сказать, характере. В том смысле, чтобы не испортить ничего, чтобы любое слово, которое только есть в этом стихотворении, не потеряло ни своего акцента, ни своей фразы, ничего. Без вас мне скучно, я зеваю, при вас мне грустно, я терплю. Давида Тухманова так увлек процесс работы, что он решил даже спеть. То, что спеть смог. Митяев тоже поет. Смехов читает стихи и тоже поет. Я уверен, что в конце концов будет ощущение, что мы еще ни насколько не приблизились к Пушкину. Это приятно знать, что ты знаешь, что ты ничего не знаешь. Вот так в приятном неведении и поработали трое смелых. И выходить из него пока не собираются. Впереди еще так много интересного из того, что написано 2 века назад. Елена Казанцева, Александр Подкоха, служба информации телеканал «Культура». В Санкт-Петербурге открывается международный музыкальный фестиваль «Земля детей». Этот смотр – преемник знаменитой недели музыки для детей и юношества, основанной в 60-е годы. Среди гостей фестиваля – композитор Сергей Слонимский. В программе – фрагмент из его балета «Икар». О других событиях культурной жизни российских городов в нашем видеообзоре. В Новосибирске премьера. Спектакль по пьесе Валентина Катаева «Квадратура круга» поставили в театре-студии под названием «Первый театр». Здесь все впервые. В труппе только выпускники Новосибирского театрального института. Да и к жанру советского водевиля молодые актеры обратились в первый раз. Режиссер спектакля Павел Южаков. Действие происходит в декорациях советской коммуналки под песни Леонида Утесова и Клавдии Шульженко. Омская культура – время созидания. Выставка с таким названием стала центральным событием Дней культуры Омской области. Уникальный форум собрал более 200 творческих коллективов. Экспозиция демонстрирует их достижения во всех областях культуры – от библиотек и музеев до театров и культурных центров. На 4000 квадратных метров своя топонимика – улица Театральная, музейная народных умельцев. Соотечественники в Саранске. Международный фестиваль уже в 4-й раз собирает зарубежные русские театры. В этом году в смотре участвуют коллективы из Беларуси, Украины, Молдовы, Туркменистана и единственный российский театр из Пензы. Он поставил на фестивале спектакль по пьесе Вампилова «Провинциальные анекдоты». Мария Федорова, Екатерина Шикалова, служба информации телеканала «Культура». Оргкомитет 53-й Венецианской биеннале современного искусства, который откроется 7 июня, объявил состав участников. В российском проекте «Победа над будущим» 7 авторов. Среди них художник и литератор Павел Пиперштейн, лауреат премии «Инновация» Андрей Калима, мастер перформанса Георгий Острецов. Подробности на сайте биеннале. Поиск во всемирной паутине продолжает Алексей Че. Английская художница, которая называет себя Айри 5, использует старые журналы, книги, магнитофонные кассеты, чтобы сделать нечто новое. К примеру, в проекте «Призрак в машине» она создала портреты Джимми Хендрикса, Боба Дилана и Джима Моррисона из старой магнитофонной пленки. И, конечно, на кассетах записаны именно эти исполнители. А портрет Шекспира художница сделала из слов классика. Магистр Массачусетского технологического института Амит Заран доработал гитару «Хамелеон».
Изобретатель назвал свое детище так не потому, что оно меняет форму или цвет. Просто гитара изменяет звук и может подражать классическим инструментам. Например, Fender Stratocaster 54 года. К гитаре хамелеону прилагается набор съемных дек. Они сделаны из разных пород дерева, и каждый резонатор обладает своим звучанием. Кроме того, теперь звук можно изменить с помощью встроенного электронного блока. Израильский музыкант Кьюти Мэн доказал, что какие угодно мелодии можно соединить в единую композицию. Он взял десяток роликов, которые выложили на одном из видеосервисов незнакомые друг с другом самостийные музыканты, и превратил их в песню. Идея настолько увлекла Кьюти Мэна, что он составил целый альбом и выложил его на специальном сайте. Информационное общество породило новый тип человека, утверждают медиахудожники Майкл Белички и Камила Рихтер. Инфопотребитель – это тот, кто стремится поглотить как можно больше информации. В бешеном темпе он читает уже не новости, а только их заголовки. Художники решили упростить жизнь таким людям. Они создали проект Falling Times. В этой ленте новостей уже не текст, а только пиктограммы, которые соответствуют ключевым словам новостной статьи. К примеру, видишь изображение Эйфелевой башни, все понятно, в Париже опять демонстрации. Все ссылки на новости культуры из всемирной паутины вы найдете на сайте телеканала «Культура». Всего доброго, не потеряйтесь в сети. Красная площадь, дом 1. По этому адресу располагается исторический музей. Впрочем, сегодня здесь не было посетителей. Для них исторический по вторникам закрыт. Зато у нас есть возможность продолжить серию специальных репортажей «Выходной в музее». Юлия Козякова убедилась, в такие дни сотрудники заняты не только обновлением экспозиции или ревизией хранилищ. Уж не один боярин бородой своей поплатится при встрече с тобой. Вот и мне за свою породу, что это боязно стало. Ты уж не гневись. Ишь, не гневись. Эх, бородачи! Это не просто спектакль. Такие нестандартные театрализованные экскурсии практикуют в историческом музее уже больше года. Музейные педагоги считают, такая форма позволяет глубже погрузиться в эпоху. Как царь Петр с боярами России слово держал. Этот проект только обкатывается. На роль Петра ввели нового артиста. Он единственный профессиональный актер. Остальные роли исполняют педагоги. Без реквизита экспонаты и ничего, что за стеклом. Их удачно обыгрывают в сценарии. У нас нет костюмов для второго этажа, для 18 и 19 века. Как только мы эти костюмы сошьем, в проекте продолжение и экскурсии по Петру. Обязательная уборка, приведение в порядок стекол и ограждений, замена одних экспонатов другими или подготовка новых выставок – обычные процессы для выходных дней. Вы собираете вместе со стойкой? Да. Гоголевское перо, известный портрет кисти Моллера, сюртук итальянского периода, немногочисленные мемории классика переносят на временную экспозицию. А это проверка сигнализации, проводимая регулярно. 13-й. Отключить сигнализацию можно лишь ненадолго. Эта рукопись понадобилась кому-то для изучения. Кстати, когда фолиант на выставке, его страницы перетянуты специальной лентой, чтобы не деформировались. А когда в хранилище, его закрывают на застежке. При пожарах, при набегах врагов, иногда ценности, в том числе и книги, могли бросить в колодец. Если книжка очень плотно сжата, закрыта на застежке замочки, она не промокала в течение суток, ну, двое так вот. Потом можно было достать, просушить и пользоваться вновь. Страница за страницей, обязательно в перчатках, ведь рукопись 17 века. В историческом музее свой фотоотдел и своя технология съемки. Фотографическая аппаратура специальная для того, чтобы фотографировать предметы и не портить их. То бывают сканеры, да, можно же ведь отсканировать, вещь плоская, но сканер, он вредит. А вот такой свет не вредит. Обратите внимание, в углу находится печь, здесь сосуды, лежанки. Теперь они могут познавать мир неведомых им предметов. Копии максимально приближены к подлинникам из коллекции музея, признается Наталья Шишлина. Она автор методики по работе со слабовидящими и слепыми детьми. Нужно было отобрать те вещи, которые обладали вот той формой, тем орнаментальным поверхностным как бы фоном, который дети смогли бы прочесть руками.
Потому что просто горшок дает просто форму, а горшок с орнаментом, например, горшок с изображением человека, давал им уже представление о человеке бронзового века. О такой программе долго мечтали, потом разрабатывали 2 года, потом победили в конкурсе «Меняющийся музей в меняющемся мире». И теперь вынашивают новые проекты, чтобы исторический музей не стал архаикой, а менялся вместе со временем. Юлия Козюкова, Андрей Тарасенко, служба информации телеканала «Культура». Наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи.